Продолжаем вам показывать коттеджи, дома и так далее. Я сейчас нахожусь на коттеджном поселке Горный Олимпия, который расположен в микрорайоне Черешня. В общей концепции, посмотрите, как уже доводят до ума, до конца, третью уже даже очередь этого застройщика, который рядышком построил вторую и первую очередь. Вот, и я вам скажу, получается, дома, конечно, очень симпатично, нормально, вот в этом зеленом фисташковом цвете. Сейчас это хит продаж, чтобы вы понимали, то есть здесь дома продаются достаточно активно, если смотрим какие-то другие аналогичные предложения. Почему? Во-первых, потому что общая концепция, то есть есть въездные, получается, ворота, будет хорошая придомовая территория общего заезда. Каждому дому подвели магистраль газа, я вам покажу, конечно, где это что все выглядит. Вот, соответственно, облагорожена сразу территория. Есть возможность посадить какие-то туи, не знаю, зелень и так далее. Дома сдаются именно вот в черновой отделке, но можно сделать дом и под ключ. Если у вас возникает желание, допустим, сделать ремонт, можете обращаться к нам, мы вам в этом деле поможем. По 3 сотки земли ИЖС, ну вот на примере, допустим, соседних домов, вы видите, я специально просто поднялся на один из домов, чтобы посмотреть, как это выглядит с возвышенностью. Да, вон, кстати, желтая труба, каждому дому она подходит. Рядом проходит улица Владимирская, получается. Здесь же есть общественный транспорт. Рядышком есть магазин сельский, обычный магазин, продуктовый. До Олимпийского парка здесь ехать буквально 15 минут. Уже кучу раз я вам показывал, включал навигатор и так далее, повторяться не буду. Давайте вернемся к самому дому, который имеет 130 квадратных метров. Цена на сегодняшний момент подросла. Я вам говорил, когда за 9,5 миллионов рублей буквально еще неделю назад можно было здесь приобрести дом. Сейчас потихоньку по мере покупки каких-то домов, соответственно, цена будет расти. Сейчас цена 10,5, и это до сих пор недорого, потому что можно купить такое предложение в ипотеку. Сейчас я нахожусь на балконе. Вид, в принципе, хороший на зелень. Есть видовой участок, так сказать, на море. Не скажу, что прям офигенный какой-то вид, но море видно, да? На втором этаже, как вы видите, свободная планировка. Давайте мы посмотрим. То есть витражное остекление в пол. И, соответственно, вот такая вот планировка свободная, да, то есть никаких выступов, ригелей и так далее, бетонное монолитное перекрытие второго этажа, лестница получается у нас бетонная, прямая, никаких углов, ничего нету, это во всех домах, и также свободная планировка первого этажа, да, то есть, ну, с панорамным тоже остеклением, с первого этажа вид кусочек на море. Вот, завели сюда коммуникации, то есть здесь локальные очистные сооружения, вода и 15 киловатт электроэнергии. Также есть возможность подключения газа, как я уже сказал. Стоит 300 тысяч рублей, но сосок уже подводится застройщиком для того, чтобы вы уже самостоятельно это сделали. Почему не сразу? Ребят, возможно, газ здесь и подсоединят на последующие какие-то дома, которые будут впоследствии продавать, если вдруг продажи затянутся, ценник все равно вырастет. Просто это время. А время, пока оформишь документы, получишь какие-то техусловия и так далее, застройщик продает сейчас с возможностью получение всех тех условий и так далее, это в этом вам все помогут люди. Давайте я вам покажу, смотрите, какая входная дверь здесь уже. Вот, кстати, газ. То есть входная дверь здесь вот такая. Еще нужно будет сделать козырек. Почему этого сразу не делается? Задавал вопрос. Но мне ответили, что может быть кто-то здесь вот прям большую сделает, да, то есть большой козырек до конца. Кто-то может быть вообще как-то сделать какую-то пристройку, кто-то из оконных рам, к примеру, сделать. То есть по-разному сделали вход стандартный, а вы уже сами потом что-то доделываете. Здесь вот получается заезд к вот этому конкретному дому. Вот, ну и потихонечку-потихонечку здесь доводит до ума весь этот коттеджный поселок. Очень интересное предложение, ребята, обратите на него внимание. Хит продаж сейчас на данный момент. Недалеко от Олимпийского парка, от лучшей набережной у нас в городе Сочи, всего в 15 минутах езды.
12 вот таких вот домов в одной концепции. То есть это вот предыдущее видео я вам показывал. Блокированные такие вот таунхаусы со статусом жилой дом продавались по 11 миллионов. При этом там 120 квадратных метров, но с мансардным этажом, да. А здесь полноценные два этажа, есть земли, 3 сотки земли, 3 с копейками, да, и возможностью также подключить, как я уже сказал, газ. И соответствующий вид, ну, панорамные окна, по кругу получается, световые точки, то есть свободные планировки, очень даже неплохая альтернатива, да. Вот мы смотрели 11 миллионов, и сейчас, как я уже сказал, 10500, то есть, ну, нормальная альтернатива, хотя по локации они, в принципе, одинаковые. Кстати, я вам покажу, в одном из домов есть шоу-рум. Он уже распланирован, частично уже сделан ремонт. Видите, лестницу здесь сделали. Санузел уже вот такой вот под лестницей. И на первом этаже общая вот такая вот большая, типа кухни-гостиной. Да, вот здесь вот кухонный уголок. Натяжной потолок, свободная такая зона. Вот картина, посмотрите, как все это выглядит. И давайте наверху посмотрим, как распланировали комнаты. Потому что свободная планировка, не все могут понять, как это будет выглядеть. Поднимаемся по лестнице. Здесь уже сделали стяжку. Вот это вот коридор. Здесь также санузел. Раз комната. Вот такая вот спальная комната. И здесь еще большая комната. Получается, спальня с выходом на балкон. Вот так вот распланированы они выглядят. Так что, если вам понадобится дизайнер, он у нас есть, вам поможет еще более правильно под ваши все потребности сделать. Оставайтесь на канале. Езжая от этого коттеджного поселка, хотел вам показать тоже готовый, получается, коттеджный поселок этого же застройщика, который уже весь распродан. Вот он. Видите, желтенькая общая концепция. Он уже готов. И первые его два дома, с которых он стартовал, это вот эти. Тоже уже жилые. А теперь мы с вами съездим, посмотрим квартиру, которую делают у нас ремонт. Наша квартира на продажу, которую я купил на Коломенском переулке, дом 5. Кого заинтересует, то можете обратиться. Можно ее, кстати, будет забронировать. Квартира будет полностью готова с ремонтом, я так думаю, через месяц. Мы приехали на Коломенский переулок, это микрорайон Веселое, до моря здесь 4 километра всего. Обратите внимание на парковочную зону перед этим домом, жилой комплекс «Уют», и парковочную зону вдоль уже внутреннего двора. А четырехэтажный дом со статусом «Жилое помещение», здесь он уже сдан, 50% уже здесь людей сделали ремонт, ну, наверное, процентов 20 только уже живут. Здесь есть квартиры с ремонтом, которую я показывал, делал Денис. Ремонт продают точно такую же квартиру за 4 миллиона. Вот, у нас квартира на втором этаже, в принципе, такой же планировки. Здесь все центральные коммуникации, газовое отопление, то есть индивидуальный газовый котел. Внутренняя отделка вот таким вот образом выглядит. Поднимемся сейчас на второй этаж. Светлый коридор, достаточно нормальный, хорошая плитка, хорошие двери, в единой концепции все сделано, чтобы не менять, как вы видите, да, датчики света. Аккуратненько пленочку вот так мы заклеили. Вот, и вот такая вот планировка. Здесь у нас санузел, здесь будет душевая, унитаз, здесь умывальник, и под нее будем планировать стиральную машинку. Сделаем теплый пол здесь и там, соответственно, от котла. Далее пойдет уже ламинат. Здесь будет плитки все. Вот это вот кухонная зона. Здесь будет рабочая поверхность и так далее. Вот такая планировка, 28,5 квадратов. Вот на таком сейчас этапе. До конца ее сделать, ну, наверное, около месяца понадобится. В этой стороне будет газовый котел, и здесь будет шкаф-купе. То есть обеденная зона будет вот здесь. Здесь будет
под телевизор. Ну, здесь диван, и еще можно будет здесь диванчик приобрести для того, чтобы уже, ну, наверное, 1.50 м примерно вот так вот будет в чистоте для людей, которые там будут отдыхать, к примеру, либо для детской зоны, так сказать. Вот, проект у нас есть. Кому интересен, я скину вам на WhatsApp. Ну, а что говорить по стоимости, если здесь за 4 продают, то на сегодняшний момент мы поставили цену 3500. Это если вы захотите ее сейчас забронировать. Потом уже будет, естественно, дороже. Почему именно сейчас хотим предложить для людей? Потому что мы под их запросы можем выбрать цветовую гамму и уже сделать ремонт, как я уже сказал, в течение месяца. Поэтому, если кому-то интересно, за наличные, пожалуйста, можете обращаться в личку. Телефончик вы видите. Сейчас действительно выгоднее многим инвесторам, у которых есть квартиры в черновом состоянии, сделать ремонт, потому что такие квартиры продаются быстрее. Есть люди, именно те, которые не хотят покупать квартиру без ремонта, нет у них времени делать этот ремонт, хотят зайти и все, и сразу. Ну и сэкономить 500 тысяч рублей на предложениях, которые аналогичные здесь продаются, я думаю, что есть в этом огромный смысл. Поэтому обращайтесь по телефону, подписывайтесь на канал, зайдите на канал Master House, там интересные есть видео, которые вам понравятся. Ну и поставьте лайк. Всем хорошего настроения, всем пока!